Всем привет, друзья! Меня зовут Шустр, и мы продолжаем нашу огромную киноэпопею в Tomb Raider. Да. Первую Tomb Raider 2013 года, значит, мы прошли на 100%. Здесь обещать, что я пройду Rise of the Tomb Raider на 100%, я, наверное, не буду. А может быть и буду. Давайте посмотрим, как пойдет. Потому что предыдущий раз мы ее прошли в 2016 году аж на 92%. Я, правда, не помню, где мы ее прошли. Возможно, я еще и проходила на Первом канале. Я не уверена. Вот. Поэтому по игре я ни черта не помню. Вот почти вообще ничего. Я только помню почему-то хорошо последний DLC Бабьяга. А вот его я что-то помню. А все остальное вообще как будто мимо меня прошло. Но так как я совершенно не играла в Shadow of the Tomb Raider... Мне прям, надеюсь, она правильно так называется. Надеюсь. Короче, в самую последнюю. То хотелось бы какую-то, хоть чуть-чуть какой-то последовательности. Поэтому 13-ю мы прошли. Сейчас пройдем вот эту, Rise of the Tomb Raider. Надеюсь, получим удовольствие и вы, и я. И спокойненько перетечем в последнюю часть, которую я как бы и хотела зацепить. Как обычно... Для тех, кто это смотрит, вот, наверное, здесь и сейчас, это, собственно, здравствуйте, все мои уважаемые, любимые бустеры. Вы получаете прохождение, ну, не сразу, но первыми. Это факт. Как только все уже выйдет, и все уже готово, и бустеры ее отсмотрели, всем привет, кто это смотрит на Ютубе. Подписывайтесь на Бусти. Буду рада. Буду рада, а вы получите эксклюзивные прохождения. В любом случае, все получат, только все зависит от того, когда и как. И как скоро, и как быстро. Вот, да. Все, не буду больше затягивать. Окунемся в мир Tomb Raider. Надеюсь, что это тоже будет 100% прохождение. Ну, по крайней мере, если вы смотрите это на Ютубе, то вы уже знаете, 100% это прохождение или нет. А я вот еще не знаю. Так что, да. Поехали. Где? Сложность. Блин. Автоматический захват цели сражения отключен. Честно, не хочу париться. Наверное, вот просто. Средний уровень здоровья врагов. Враги гораздо более внимательны. Уровень здоровья врагов. Если честно, вот пофиг. Величайшее испытание. Достойных сохранений доступно только в лагере. Но это точно не про меня. А, расхититель гробниц, хрен с ним. Пусть... Это самое легкое или нет? Неважно. Что заставляет людей выходить за рамки обыденного, смотреть в лицо неизвестности? В детстве мы все познаем мир вокруг себя. Мы учимся, мы приспосабливаемся. И постепенно теряем способность удивляться. Я помню здесь Иону, это я точно практически помню. Практически все. Хорошая палатка. Кроме немногих. Исследователи, искатели истины. Именно они определяют будущее. Остальные, они все. В горы не пойдут ни за какие деньги. Затерянный город где-то там. Подъем будет не из легких. Я не сдамся. Я знаю. Останься здесь, с ними. Ни за что. Иону, кстати, можно узнать только по озвучке, ей-богу клянусь. Я так и думала, заставка в 30 FPS, а игра уже, собственно, подстраивается под тебя. Я вообще-то испугалась, что она залочена. Лара, тут такой вид! Держи руку! Спасибо! Ты только посмотри! Потрясающе! Но вот то, что с вершин идет снег, это не к добру. Тропа ведет вверх по склону. С вершины откроется хороший вид на долину. Давай-ка здесь поаккуратнее. Ветер тут бешеный. Надо идти дальше. По-моему, это немножко нереально, вам не кажется? Ничего там не найдем. Так переть. Отец все равно бы тобой гордился. Я знаю, но у меня хорошее предчувствие.
так переть без этого. Без страховки ветер реально такой. Судя по вот этому ветру в бок. Хреново. Ты в порядке? Да, да, да. Оступилась. Не кричите. Все нормально. Лавина близко. Еще по чуть-чуть. Лара! Ты цела? Да. Иона! Я здесь! Я сейчас за тобой слезу! Нет! Слишком опасно! Я сама вылезу! Уверена! Стой на месте! В следующей части нас наградили еще одним ледорубом. Хорошо. Растем. Shadow of the Tomb Raider будет и Кри, да? Ух ты. Нет? А. Направо просто уйти и все, и не надо прыгать. Надо перепрыгнуть! Да-да-да! Хватайся за руку! Ни хрена себе! А ледорубы я куда дену? Ух ты! Держу. Ух ты! Сейчас Иону за собой потащишь! Лара, чтоб тебе! Меня чуть инфаркт не хватил. Ты в порядке? Ага. Пошли. Ну, между делом стоит сказать, что она не сама упала, так что... Похоже, нам туда. Вообще не помню игру. Ну, вот это помню, хорошо. Даже, наверное, первый уровень отчасти помню, а дальше как-то все... Может, возможно, даже сюжет немножко помню. Ну, посмотрим. Если погода испортится, переждем тут. Думаешь, найдем этот твой город? Шансы, конечно, невелики. Но старый проводник сказал, что видел в горах какие-то развалины. Ну, пожалуй, если бы мне пришлось прятать забытый город, я бы выбрал как раз такое захолустье. А Иона без... капюшона. Надеюсь, с маской. Unbelievable. Буря надвигается. У нас от силы часа два. Хватит. Мы почти у вершины. Без шапки, без маски, без что ничего. Думаешь? Думаю, что мы у тебя менингит будет. Я чувствую. Надо сделать последние усилия. Ладно. Посмотрим, что там. Вроде бы надежно, но держись ближе к стене. Ладно. Дальше придется лезть. Смотри, чтобы лед на голову не упал. Ага. Готов? Полезли. Ты прыгаешь, бро? Отлично. Идем медленно. Держись рядом со мной. Берегись! А чем? Чудом спаслись. Давай!
чокнутая. Фиона, мы добрались! Я вижу развалины! Трос крепи, дура! О боже! Я держу! Держу! Лара! Ты меня слышишь? Да! Я тебя вытащу! Черт! Там! Вот там! Перекинь меня на другую сторону! Скорее! Ладно, была не была! Давай, цепляй. Ой, бля. Я не представляю себе человека, который так бы улепетывал от лавины. Мне кажется, это невозможно. Бу, мне тоже стало холодно. Просто невозможно, но это было круто. Но ФПС мало, снега много. Двумя неделями ранее. Уф, какой графон. Англия, Лондон. Нет в нашей жизни большей жестокости, чем ее скоротечность. Мы стареем, дряхлеем, умираем. Но что остается? Кости, прах. А душа? Переходит ли она за грань земного существования? Ну, он Распутин. Я верю, что да. В основе многих мифов и легенд лежит истина. Не научная, но куда... Жанна д'Арк. Куда более важная истина. Ключ к обретению вечной жизни. Распутин, все правильно. Мне кажется, картина начинает складываться. Иисус, но... Святой Грааль. Ага. Я не одинок в своих поисках. Они следят за мной, следят за каждым моим шагом. Третья. Теперь я знаю, кто они. Троица. Древняя, жестокая секта, жаждущая мирового господства. Ради семьи я должен соблюдать осторожность. Если что-то случится с Ларой или с Анной, я никогда себе этого не прощу. А внизу к 2013-му отсылка, смотри. И фотокарточка прав.
Прости, пожалуйста. А что ты здесь делаешь? Я увидела, что про тебя пишут в газетах. И решила тебя поддержать. Врут опять. За тобой не следили? Следили? Конечно, нет. Что случилось? Я, кажется, нашла гробницу. Да не может этого быть. Миф о пророке подтвердился. Папа был прав. Лара, твой отец был нездоров. Нет. Он стоял на пороге великого открытия, неопровержимого доказательства бессмертия души. Я любила Ричарда. Я была готова выйти за него замуж. Но он сломался. Я не хочу, чтобы и с тобой это случилось. Но Анна, он был прав. Это все остальные ошибались. Гробница в Сирии. В Сирии? О боже, Лара, нет! Это безумие! Нифига у нее глаза просто. Она под чем-то? Приди себя. Вернись домой. Не могу, я сама знаешь. У нее слишком красные глаза. Твоего отца. Я видела что-то. Что-то, что я не могу объяснить. Теперь я понимаю, каково приходилось папе. Это все сказки. Глупости. Прошу тебя, опомнись. Простите, как это пальто открывается? Ты знаешь, чем это кончится? У нее 8 пуговиц, только а дальше оно литое. Только это имеет для меня смысл. Как платье. Я найду гробницу пророка. Горячую точку въезжаем. Вам точно туда надо? Мы уже близко. Впереди будет каньон, а там должен быть оазис. Зря время тратите. Ничего там нет. Смотрите на дорогу, пожалуйста. Как знаете. Что-то не так. Это учение просто. Кому-то сказал, так? Они предложили больше. Ты что? Они же обещали не стрелять! Увози нас отсюда! Не футболка, и майка горит. Ох, Ларка, вылезай. Северо-западная граница Сирии. Отступать поздно. Она должна быть здесь. Так, у нас все еще есть... Ой, тихо. Не на обрыве, мать. В документах что-то было про это. Сказано, что гробница скрыта в скалах над одним из забытых городов. В легенде упоминается оазис, в котором был похоронен пророк. Куда мне? Ну, что-то... А, окей, хорошо. Ну, Сирия бомбит. Что-то есть.
Икона. Очень искусная, с инкрустацией. Похоже, византийская. Класс. Может быть, 10 век. Соответствует легенде о пророке. Классная. Вообще классная. Так, а у нас здесь есть карта. Реликвии 2, документов 4, фрески 5, тайники с монетами 3, выполнение испытаний 1. Понятно, тут тоже все это есть. Неужели добралась? Огниво есть? Нет? О! Есть химсвет. Ладно, будем стараться делать это внимательно. Невероятно. Что-то вроде указателя. Целиком перевести не могу, но это слово. Пророк. Выходит, папа был прав. Карта обновлена, найден монолит. Угу, фреска. Не увидела, чего? Это какая-то метка. Греческий язык до уровня одного. Византийское письмо, но разобрать не получается. Так, здесь он исцеляет людей. В отцовских записях это упоминается. Фрески. Чтобы улучшать знание языка, читайте фрески. Хорошо. Типа мы сейчас улучшили знание языка, нет? Вроде бы какая-то карта. Нет. Но разобрать слова очень тяжело. Таковы чудеса пророка из Константинополя, бесчестно убитого орденом Троицы. Греческий. Ага, поняла. Вот пророк разговаривает с чужеземной армией. Он убедил их сложить оружие. Монолиты. Переведите надпись на монолите. Повышение языковой подготовки. Первый уровень греческого. Он провел своих учеников через пустыню, к оазису. Угу. Блин, прикольная механика. Ее нигде не видно. Погибла, наверное. Ладно, пошли. Константин велел пробиться в гробницу до заката. Они ищут гробницу. А почему надо я не найти могу ее раньше них? А, вот это могу. Я подзабыла греческий, но... Он указывает на что-то спрятанное неподалеку. Для вызова карты я помечу места на карте. На любой объект на карте можно поставить метку игрока. В режиме инстинкта выживания эта метка будет отображаться как синий луч. Угу. Это монеты? Монеты найдены? Тайник с монетой, да? Древние монеты можно обменять на улучшение снаряжения. Окидоки. Так, тайник с монетами вскрыт. Фрески еще одна, документы. А знаешь, что я не поняла? А почему ее можно было с одной стороны только читать? Очень странно. Ладно. Потайной вход. Потрясающе. Вот бы папа видел. Обалдеть, конечно. Так. Монолит. Раз, два, три, четыре. Монолит.
Понятно, здесь вроде ничего не должно быть. Это за мной? О, нет. Они уже здесь. А видели Надо меня? Надо попасть внутрь. Что? Наверное, я где-то была слишком рано, чтобы ускориться. Орден Троицы неумолимо преследовал пророка. И его учеников пока не настигли их в укромном оазисе. Путь внутрь. Или а сколько ловушек? Черт, чтоб тебя! А вот скорпионы это не есть хорошо. Добрый вечер. Тут была битва. Вооруженные солдаты против пилигримов. Орден Троицы. Пророк убит Орденом Троицы. О, свиток. Сын мой, Орден Троицы получил весть о том, что последователи пророка воздвигают великую гробницу. Место ей в оазисе где-то недалеко от Берей. И что печалит больше всего, мы думали, что нечестивцы строят гробницу своему идолу. Но теперь Троица убеждена, что пророк жив. Все больше местных жителей стекается к нему, чтобы послушать лживые басни о том, как он преодолел смерть. Еретик и лжец, присваивающий себе чудеса, нисходящие единственно от Всевышнего. Ты клялся, что он мертв. Неужто ты подвел нас? Древнее послание от главы Ордена Троицы. Они проследили за пророком и его последователем до этого места. Сын мой. Так. Еще 3 документа, фрески все, тайники еще, выполненные испытания и еще реликвии. Хорошо. Бляха-муха. Черт, чуть не попалась. Тут я пересрала. Я правильно поняла, он бесконечный? Бесконечный патрон улов. Они пробиваются внутрь. По
Похоже, что стена непрочная. А здесь типа какие-то газы, да? Блин, так тут куча всего может быть. Как же мне подняться? Может, если повысить уровень воды? Так, нырять никак нельзя. Все так мило хвостик поправляют. Выжимает его скорее. Вода удерживается шлюзовым затвором. Вот если бы его поднять. Папа, вижу реликвию. Еще один религиозный символ, только простой и самодельный. Угу. Похоже, за пророком следовали люди всех сословий и профессий. Так, опа, вижу тайнички. И нырнуть можно. Документ вижу. Милорд, то, что вы говорите, невозможно. Я своими руками вонзил копье в грудь пророка. Я видел, как он умер. Уверен, что его люди просто обредили в старые одежды нового шута. Они в бегах, сломлены. Никто им больше не верит. Мы отправимся на юг и предадим остатки нечестивцев мечу. Но пророк мертв, могу в этом поклясться. Рыцарь Троицы шел по следу, чтобы уничтожить остатки последователей пророка. Они хотели уничтожить даже память о нем. Так, останется нам еще два документа найти и испытание какое-то выполнить.
еще две монетки. Так, 3 из 3, 5 из 5. Да, остается испытание и документы. О, что это? Ага. Сбейте золотые кадила. 1 из 7, лол. Так, там, по-моему, документ валяется. А, карта? Лол. Карта Архивариуса. На картах Архивариуса указано местонахождение документов, реликвий и фресок. Спасибочки. Испытание. Это, видимо, то, что я начала? Или испытания тоже здесь указываются? Угу. Не-не-не, давай сначала вот это. Наверное. Я не знаю, если можно так. Я просто на самом деле очень плохо ориентируюсь в этой игре, поэтому мне приходится, знаете, чуть ли, блин, не каждый угол просвечивать. Классная смерть, мне понравилась. А что мне надо было сделать? Ну, я как бы прыгнула. Черт, они почти внутри. Милорд, я выступил во главе небольшой армии верных людей, хорошо вооруженных и готовых ко всему. У меня хорошие новости. Мы нашли гробницу пророка. В пути на нас напали какие-то безумцы в одежде его почитателей, но мы легко их одолели. Одному мы позволили бежать. Следуя за ним, мы и нашли оазис. Кто бы ни рядился теперь в одежды пророка, он сам или самозванец... Он найдет здесь свою смерть. Мы убьем всех и похороним их в этой гробнице. Они нашли учеников пророка и хотели всех убить. Чем же так опасен был пророк? Ой, слушай. А, это мы... А, все правильно. Я просто более чем была уверена, что вот это, ну, не все. Вижу. Так, у меня остается еще один документ. Ну, помимо испытания. О, последний. Найс. Вздерни повыше. Так, последний документ там. Все правильно? Да. 95% я помню. Это я уже видела. Бля! Надо поднять уровень воды. Милорд, последние из последователей пророка забаррикадировались в гробнице. Мы разбили у входа лагерь и готовимся к штурму. Перед тем, как они запечатали ворота, я видел человека, называющего себя пророком. Должен признать, сходство и впрямь поразительное. Но это невозможно. Впрочем, пустое. К рассвету все они будут мертвы. Ереси ненавистной Ордену Троицы будет положен конец. Они были уверены, что покончат с влиянием пророка, но все явно пошло не так.
До второго нам повысили язык. А, он спускает, лол. А, нельзя, я поняла. Нельзя, хорошо. Я думала, можно перебежать успеть. А может быть все-таки... О, подожди. О. Сука. Не получается с первого раза. Я ж говорю, можно. Что ты мне бабушку-то лохматишь? Нашла. Пусто. Тут пусто. Нет. Нет. Что же я упустила? Ставьте заряды! Это клеймо? Или это шрам? Саркофаг пророка. Наконец-то. А реликвия? Внутри. Даст Бог. Открывай. Осторожно. Это может быть крайне опасно. Сюрприз. Вы кто такие? Ты же баба умная. Сама поди уже догадалась. Троица. Где реликвия? Я не понимаю, о чем вы говорите. Не шути со мной. Ты привела нас сюда. Слушайте, когда я пришла, там уже было пусто. Никакого тела и уж точно никакой реликвии.
Те самые символы, которые мы нашли. Имение Крофт, Суррей, Англия. Лара! Мне столько нужно тебе рассказать, я не... Ты нашла гробницу пророка? Да, но за мной следили. Что? Кто? Они зовут себя Троицей. Пытались меня убить. Какого черта тут происходит? Ты меня пугаешь. В гробнице было пусто, но я думаю, они искали святой источник. Артефакт, который искал твой отец? Это не все. Я нашла в гробнице этот символ. Я его видела раньше, только не помнила где. Тут меня озарило. Я видела его тут, в папиной книге. Послушай. Затерянный Китежград. Якобы он исчез где-то в Сибири в 12 веке. По легенде, накануне вторжения монгольских орд он опустился на дно озера. А при чем тут артефакт пророка? Тот же символ. Лара. Если святой источник находится в развалинах Китежа, то я должна отправиться туда. В Сибирь? Шутишь, что ли? Ты представь, если я действительно смогу раскрыть секрет бессмертия, это же революция. Болезни, страдания, смерть в прошлом. Ты вообще себя слышишь? Иона. Мы столько вместе пережили. Ты же знаешь, что это может оказаться правдой. Да мне плевать! Я уже стольких потерял. Не хочу и тебя тоже терять. Папа так и не догадался про Китиш. Он от всего отказался ради этого. И от тебя. Перестань себя винить в том, что случилось. Он сам так решил. Я не могу его подвести. Это все, что у меня осталось. Неправда! Остановись хоть на минуту, и, может быть, поймешь это. Иона? Ногу прострели. Брось!
Брось книгу! Ногу стреляй! Нас не остановить! Черт, Лана! Что же нам делать? Я привела их к нему, Иона. Если святой источник существует, мы должны найти его первыми. Значит, себе. Круто. А, ну вот, собственно, мы здесь. Северо-восточная Сибирь, наши дни. Меня искать. Это моя миссия. Очень классно проработанная лицевая анимация. Мне нравится. Надо найти убежище. Обязательно найдем убежище, но уже в следующей серии. Спасибо огромное, что вы были со мной сегодня. С вами была Шустра. И... до следующей серии. Пока-пока.